Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 26 квітня 1986 року. Сталася трагедія світового масштабу. Це місто щезло в одну мить. І відголоски Чорнобильської аварії ми відчуваємо на собі і досі. Сьогодні будемо говорити про медичне забезпечення і ліквідаторів, і тих людей, які причетні. Отож, ми всі, мабуть. Говоримо зараз про те, що сталося, тоді ще і е, на сьогодні ми повинні знати, як діяти і що робити, аби бути здоровими. До нашої студії ми запросили Тетяну Чекмарьову, завідувачку диспансерним відділом з медичного забезпечення осіб постраждалих від аварії на КП, Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова Дор, експертку департаменту охорони здоров'я, заслужену лікарку України, лікарку вищої категорії. Пані Тетяна. Ано раді вас бачити сьогодні. нашій студії. Добрий день. Добрий день. Юля з приводу цієї аварії страшної, взагалі, говорить увесь світ, що й досі про неї. Отож, ми всі постраждали, наскільки це відобразилося на нас, і як ми сьогодні відчуваємо ті відголоси. Ну, следует сказать, что сегодня, 26 апреля, действительно учрежден Генеральная Ассамблея ООН, Международный день памяти жертв ядерных катастроф, в том числе Чернобыльской. И ежегодно этот день отмечается не только в нашей стране, но и во всем мире. На сегодняшний день люди, которые побывали в этом аду в 1986 году, в частности это ликвидаторы аварии, они, безусловно, больные люди, особенно те, которые были в первые месяцы и год 1986-1987. Они начали чувствовать на себе действие радиации а будем говорить, что радиация, что такое радиация, это инизирующее излучение. Инизирующее излучение – это радионуклеиды. В первую очередь это было действие радиоактивного йода-131, период полураспада которого составляет 8 суток. Почему было важно в то время принимать йод для блокировки щитовидной железы? Потому что, как известно, йод действует на щитовидную железу и вызывает соответствующие заболевания. И затем уже за 30-километровой зоной это действие Стронция-137. И это действие длилось на протяжении 30 лет непосредственно, период полураспада. А полный распад это до 300 лет. Поэтому, безусловно, люди, которые живут в радиоактивно загрязненных территориях на сегодняшний день, они могут получать внутреннее как бы, облучение за счет стронца и других радиоактивных элементов с продуктами питания которые они употребляют. Речь идет о грибах, ягодах, uh -huh. молочных продуктах, в том числе дикие животные, мясо диких животных, рыба из водоемов и так далее. Uh -huh. Поэтому, в общем-то, все эти годы проводится дозиметрическая паспортизация этих регионов для определения вот этого внешнего и внутреннего облучения. Пані Тетяно, що ж стосується нашої Дніпропетровської області, то от хотілося б дізнатися, як у нас. Ну, Звичайно, що таких наслідків ніхто з нас не відчув, знаходячись Нет. на нашій території, але все ж. Ну, как бы наша область по статистике не попала в зону распространения этого радиоактивного облака. Хотя какие-то территории, вот говорили, что Синельниковский район пострадал немножко, были выпадения дождей на майские праздники после аварии. Но в целом, как бы, никакого повышенного фона радиации не было. На сегодняшний день фон в, в, в области нормальный, а нормальным фоном считается 20-30 микрорентген в час. И в принципе, насколько я знаю, по Днепру до 20 микрорентген в час вот такие вот уровни. Единственное, где может быть как бы фон быть повышенным, это в местах, которые будем говорить памятники, ограждения из гранита, потому что, как правило, гранит или привозится откуда, куда-то или же накапливает, вот у него есть свойство накапливать радиоактивное излучение, поэтому вот сидеть, например, на набережной на всех этих парапетах длительно mm -hmm. не рекомендуется, все-таки. И потом... А место не бы прогулянок, так, молодь дуже любит любит, но тем не менее, вот говорят, что это присутствует. Кроме того, у нас же в области известный город, у нас Желтые воды, где урановые руды, там много-много лет повышенный фон радиации, который естественным является для жителей Желтых вод. И в целом, как бы, никаких будем говорить, дополнительных всплесков заболеваний не наблюдается. Угу. Пані Тетяна, а от старі кодаки теж місце відпочинку мешканців і нашого міста і області, як там, чи чи треба звісно, ми знаємо, що там колись був кар'єр, чи можна там відпочивати? Ну, в принципі, ж не йде. Можна, тому що, ну, ви приїхали, а угу. якщо непосредственно как би, день там прибувати по несколько часов, то конечно, это не рекомендую. Угу. Так, тобто тут треба теж бути обережним, розуміти, да, де да. ми знаходимось і як це може вплинути. Чи усі помічали наслідки Чорнобиля на собі? Можливо, є у когось генетичне наслідковість. Так, а хтось можливо, якщо це був природний фон, якщо люди жили, наприклад, тут візьмемо жовті води, так ось цей регіон, можливо, вони менше на собі відчули наслідки аварії. Ну, в основном последствия этой аварии, непосредственное действие радиации, конечно, в первую очередь почувствовали ликвидаторы, которые там работали, и люди, которые жили на, и живут до сих пор на радиоактивно загрязненных территориях. Таких людей очень много. В свое время где-то порядка 150-200 тысяч было отселено из зараженной зоны, но порядка практически сейчас полтора миллиона миллиона людей живет на загрязненных территориях. Это же Житомирская, Ровенская область, вот Полесье особенный район. В нашем регионе как бы, действие радиации в 1986 году, ну, некоторые отмечали плохое самочувствие, потому что, как я сказала, насколько я помню, шли очень сильные дожди на майские праздники. Вот. Но, тем не менее, вот, считается, что как бы, вот, изменение, увеличение и заболевания щитовидной железы которая, в общем-то, присутствует очень у многих на сегодняшний день, особенно у женского пола, но есть какие-то как бы, последствия, потому что доказанные международными экспертами и учеными нашей страны, что особенно подвержены были действию радиоактивного йода в тот период дети, которые на момент аварии были от 0 до 14 лет. И по статистике до 2016 года проводилось исследование таких детей, было выявлено много раков щитовидной железы и прооперировано. Это не обязательно даже те дети, которые жили в этих регионах. То есть вот такое действие радиоактивного загрязнения сказалось вот именно на детках и внутриутробно бывших в 1986 году тоже. Поэтому вот эта группа, которая вот сейчас уже взрослые, естественно, дети, столько лет прошло, все-таки если какие-то признаки есть, увеличение щитовидной железы, недомогание, каких-то э, тахикардии, например, mm -hmm. необходимо, конечно, обратиться к эндокринологу, пройти УЗИ и обследование. А, пані Тетяна, от, якщо ми візьмемо справді ото вік, зараз це там скільки людям? 40, може бути, да. так? Там 44, можливо 45, ну тобто різне, да. оцей, ось цей, саме цей вік, то можливо им потребно дополнительное обследоваться, чтобы пересвечать, что они здоровы. Ну вот у нас есть такая контрольная группа в области, в принципе, и их ежегодно обследуют у семейных врачей. Вот именно те, которые на момент аварии были, вот как я сказала, детьми, где-то около 2000 человек таких находится на учете. Они проходят эндокринологическое обследования. и в общем-то, как бы мы раков у нас, к счастью, не наблюдаем у этих людей, но увеличение щитовидной железы Узловые зубы все-таки присутствуют, где-то процентов 40. Так, ну и Е в пути лечения, это же треба еще бликарбозарий, и призначив самое для вас ваше индивидуальное да. Да. Так? Потому что, конечно, лечением заниматься не стоит, потому что все зависит. Величение щитовидной железы ⁇ это еще не диагноз. Она будет просто, может быть, увеличена, а вот если идет нарушение гормональное, для этого надо, естественно, сдать гормоны щитовидной железы, и тогда делать коррекцию. Сколько ликвидаторов в аварии находится зараз на модычном облику? Ну, вот сейчас у нас в областной больнице Мечникова существует областной регистр, который работает с 1988 -го года. За эти годы мы накопили большую базу данных на всех чернобыльцев области, а в состоянии их здоровья проводится ежегодный мониторинг. И вот по последним данным, на 1 апреля этого года состоит у нас тысячи чернобыльцев. Угу. Як проводять звініть тринадцять з половиною тисяч чорнобильса? Тринадцять половини тисяч чорнобильця так <гум> достатня кількість людей. Як проводиться їхнє лікування? Чи є воно особливим? Чи можливо просто має загальний характер? Ну, как бы э, первые годы после аварии э, проведенные исследования э, у нас э, доказали то, что те ликвидаторы, которые в 1986-1987 году были в Чернобыле, они были молодыми людьми, и у них начали выявляться ряд заболеваний, э, в частности, гипертоническая болезнь, иншемическая болезнь сердца, язвенные болезни, желудка с язвами острыми и ряд других. Естественно, эти болезни с возрастом стали прогрессировать. И на сегодняшний день большинство болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, органами пищеварения и, к сожалению, онкология. Особенно онкология у нас прогрессирует у ликвидаторов аварии, что, естественно, приводит к смертности. Чернобыльцы лечатся, как бы на сегодняшний день их наблюдают семейные врачи, то есть как все все граждане Украины, они заключают декларации с семейными врачами и проходят ежегодную диспансеризацию. Даже в законе Украины про статус и социальный захист громадян пострадавших вид на ЧС написано, что они обязаны проходить диспансеризацию. Значит, это проходит у врачей семейных, как я сказала, и в целом Вот как бы мы пытаемся к вот этой тайдек двадцять шостому максимально посмотреть всех ликвидаторов и инвалидов. Угу. Тобто визначити наскільки да. серйозними є їхні захворювання, да. там а чи є щось особливе там, не знаю в наших лікарнях, призначене саме для цієї категорії? Можливо, є справді якісь медичні препарати спеціальні, чи що сам. Ну, в общем-то, диспансеризация это направлено на то, чтобы выявить э, заболевания а у каждого чернобыльца их порядка 5-6, будем говорить хронически. и главное определиться по тактике лечения, то есть или это амбулаторное лечение или стационар. Стационары у нас на сегодняшний день единственное лечебное учреждение главное в, в области это больница Мечникова. Э, там с 97 -го года сделано специализированное отделение чисто чернобыльское, и чернобыльцы любят там находиться ⁇ это их отделение, им уделяется там внимание, дополнительное питание и как бы комплекс лечения заболевания, в общем-то, по стандартам и протоколам медицины. Uh -huh. То есть, в принципе, оно ничем не отличается от другого. Такие же отделения созданы в Кривом Рагу, в третьей больнице, и в Днепродзержинске, в Камьянскому, в пятой лекарне. А санаторно-курортное лечение, вот оно, э, мабуть, взагалі дуже э, добре уже на здоровье каждой людини, особенно это стосується ось ликвидаторов и постраждалих от аварии, Як зараз з цим? Чи можуть проходити вільно люди санаторно-курортне лікування? Ну, как бы санаторное лекувание э, проводится по тем э, критериям и показаниям, как для всех. Единственное, конечно, выбирается э, сезон, соответствующие для заболевания. То есть летом, естественно, сердечно-сосудистыми заболеваниями никто не посылает на море или еще куда-то. То есть если это желудочно-кишечное заболевание, то это курорты с минеральной водой, как правило, это западная Украина. Если будем говорить средний регион, то наши, Киевская область и так далее. Государство выделяет деньги специализированные на путевки. Вот в этом году на наш регион выделено 6 миллионов э, гривен на угу. санаторно курортное лечение, но где-то это порядка 650 человек можно будет оздоровить. Угу. Потому что существует НФС, да, угу. квота на путевку. А вот это где-то 8 тысяч гривен за путевку. Есть ряд санаториев, которые специализируются по санаторно курортному лечению чернобыльцев. И они тогда выходят на тендер, выигрывают его, как все угу. у нас, и принимают чернобыльцев. Единственное, что то хотелось бы сейчас немножко сказать о том, что у нас пандемия ковида, и безусловно, ехать в санаторий без определенных для этого причин, наверное, не стоит, особенно в красной зоне. Вот сейчас в Западную Украину лучше повременить, когда немножко спадет заболеваемость, потому что, помимо своих хронических ну, болезней, звичайно, дай не, не Бог, не еще получить ковид. Да. Паня Татьяна, ось, мы все э, после Чернобыля э, настолько хвилювалися и э, Переживали люди, думали, що все вже все скінчилося, так але якось з часом потихеньку звикли, вже сталося, вже нічого з цим не зробиш. Можливо, потрібно звернути увагу на своє харчування, можливо, щось додатково додати до продуктів, враховуючи те, що все ж ми це пережили. Ну, как бы начнем с главного такого продукта, и точнее элемента, как йод. Вот как бы принято считать, что нам нужно принимать вот йод, и так далее. ну во-первых, регион у нас не находится в, 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 в таком, будем говорить, перечне с дефицитом йода. Это первое. То есть вода у нас как бы содержит определенный йод. Йодированная соль, которая продается в магазинах, в принципе, как бы пользоваться ей надо, но есть и вред и польза от нее. То есть как, сколько соли солить, в каком количестве и так далее. Если у тебя щитовидка все-таки здоровая, угу. а если она не здоровая, то лучше проконсультироваться с врачом. Специальных препаратов йода принимать безусловно не надо. Что касается питания, то главное антиоксидантная защита, то есть продукты питания, которые содержат витамины группы А, Е, В и С в первую очередь. Затем это как правило, какие? ну так, если уже, ну это для, яйца. Для усих... яйца, например, творог, рыба, молоко, потом продукты, которые содержат калий, это и капуста, и картофель, и бобовые, и зелень любая. Кальций необходим обязательно. Ну всем известно, что нужно при так, кушать так, значит, для того, чтобы кальций поддерживать, вот. И волок различные волокна, которые, как бы, будем говорить, выводят радионуклеиды. Это вот в основном крупы. Овсяная это крупа, гречневая, вот, бобовые опять-таки, и в основном овощи. Что касается специального питания, ну как бы специальное питание у нас должно соответствовать времени года. Вот сейчас весна у нас, как бы все пробуждается, организм за зиму поизносился, поэтому, наверное, нужно витамины подналечь. Поэтому комплекс витаминов, которые в настоящее время в аптеках неограниченное количество, безусловно, надо принимать угу. обязательно. Ну и витамин С рекомендуется в первую очередь. тому у нас еще и Так. А к тому же цинк і вітамін D3. Поэтому все це, звісно, весною лучше приймати. Пані да. Тетяна, ну, стільки вже всього розповіли, але ну, ем, хочеться сказати, що заспокоїти трошки нас всіх. Так? І добре, що ви сказали вже про те, що наш регіон ну, не настільки постраждав, але ж є люди, які насправді потребують уважнішого ставлення до себе, тож хочеться наостанок почути від вас. У вас рекомендации и для них теж. Будь ласка, можете звернутися. Ну, в первую очередь для каждого человека и в первую очередь для вот ликвидаторов аварии, людей, которые эвакуировались в те годы из 30-километровой зоны, которые все бросили и переехали жить в разные уголки нашей страны, конечно, нужно следить за своим здоровьем. Если для чернобыльцев у нас есть диспансеризация ежегодная, то, в принципе, каждый человек должен для себя ежегодно хотя бы пойти и сдать элементарный анализ крови, э, мочи и, может быть, какие-то еще специальные исследования. Потому что, ну, как известно, болезнь лучше предотвратить, чем потом лечить. Вот. И чернобыльцам, нашим ликвидаторам уважаемым, вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, что несмотря на перестройку в здравоохранении, все равно вот это диспансерное наблюдение за ними есть, и надо этим пользоваться и обращаться к врачам. И не пускать на самотек те болезни, которые можно поддерживать ежегодным лечением. Вот только так, до лекарей, да. про свое здоровье, особенно, если вы знаете, что у вас есть какие Нічні захворювання, то а, тут без yeah. цього ніяк не обійтись. І насправді, якщо зараз є ще і можливості санаторно-курортного лікування, yeah. то, то взагалі це дуже добре для кожного, особливо ліквідатора. Звичайно, для тих людей, які постраждали. Ну і звичайно ж, потрібно думати думати про те, що у вас ще є родина, так yeah. яку теж потрібно підтримувати. А хто ж їх підтримує, якщо ви не будете здоровими? Все правильно. Я дуже дякую вам, пані Тетяни, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться ще е, теж висловити вдячність обласному центру громадського здоров'я за підтримку у створенні е, нашої сьогоднішнього ефіру. Е, тож да, сподіваємось, що е, усі зрозуміли вже так, почули і прислухались до порад лікарів, які були сьогодні у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.